Добрый вечер, уважаемые телезрители. 5 часов вечера сейчас на площади, идет снег. И мы снова здесь с вами. Наша телеоткрытка. Сейчас нас ждут дети. Итак, пойдемте к ним. Всем привет! Привет! Здорово! Репетирование все равно пойдет. Итак, поздравления первых. Тихо. Можно я маме? У нее день рождения. Спокойно, начнем с тех, кто нам что-то принес. Вася! О, девушки берем. Так, Вася, кого будешь поздравлять и что ты нам принес? Я все рад, маму и папу. Так. Вот. Особенно папа, у него сегодня день рождения. Так, и какую, как бы, и что нам принес, какой подарок? Флаер на дискотеку. Отлично, мы любим. Макс, мы пойдем с тобой. А ты им даришь, дурак. Покажи, а ты не домой идешь. Ты дай оплачено. Спасибо тебе. Итак, как тебя зовут? Вася. Вася, мы поздравляем тоже твоих маму и папу. С чем? С днем рождения, папа. Когда будет день рождения у папы? Завтра. Итак, папа, мы поздравляем вас с днем рождения. И слушаем песенку Ларисы Черниковой «А мне мама не велит». Как раз про вашего сына. И наши поздравления в нашей программе. Итак, как вас зовут и что вы делаете сегодня здесь на площади? Меня зовут Теряева Марина Евгеньевна. Я пришла поздравить свою маму с днем рождения. Мне там исполнилось 75 лет. Вот, пожелать, мама, поздравляю тебя с днем рождения. У нас очень был тяжелый год. Я думаю, что он позади. И желаю тебе здоровья крепкого. И чтобы было все хорошо у нас с тобой. Не обижайся на меня. Иногда я тебя немножко обижаю. Не обижайся. Хочу также поздравить сотрудников детской поликлиники. Им тоже у многих был день рождения. Это моя заведующая отделение Гончарова Алла Григорьевна. Главная медсестра Березуцких Вера Ивановна. И замглавного врача по хозяйственной части Сторожева Марина Борисовна. Я их тоже очень всех поздравляю. Желаю крепкого здоровья и счастья. Какую песенку мы им посвятим вот в качестве поздравления? Я бы хотела Натали считалочку. И в конце я еще хочу поблагодарить УВД города Реутова. Недавно они вернули мне сумку, которую у меня вырвали из рук. И того человека, который принес эту сумку в милицию, я бы хотела его как-то найти, отблагодарить. Если он меня сейчас слышит, большое ему спасибо. Спасибо и вам. Итак, мы присоединяемся к только что сказанным поздравлениям всех тех, кого поздравили, а также благодарим органы УВД города Реутова. Спасибо вам большое. Итак, считалочка Натали. Дима!
Итак, наш привет в программе «Телеоткрытка». Как вас зовут? Что вы делаете здесь на площади? Мосин, где Мосин? А вас как? Да, Кирилл. Так, кому привет будете передавать? Мама, будущим бабушкам. Здрасте! Поздравить их с первым снегом, с такой хорошей, великолепной погодой. И заказать песни. Гурцкое волшебное стекло. Итак, слушаем Диану Гурцкую, «Волшебное стекло». А вас, уважаемые рютовчане, всех с праздником! Волшебное стекло моей души, я сквозь него смотрю на этот мир. И наш новый привет нашей программе. Как вас зовут? Галя. А вас? Лена. И? Наташа. Так, кому будете передавать привет? Хочу передать привет всей своей школе и классу 9 А. И хочу поздравить нашу подружку Лену Ершову с наступающим праздником. Так. А я хочу передать привет своим родителям, в частности своему брату, и также нашей школе и 9 А классу. Так, ну а вы? Хочу передать привет своему классу, маме, папе и лагерю «Электрон», в котором мы недавно были. Спасибо. А подарок какой-нибудь в камеру мы им передадим? Да, мы передаем. Шоколадку и жвачку. Мы с дам вообще ничего не берем, да? Поэтому как мы попробуем через камеру передать все это. Хорошо. Так, втихаря следим. Ну ладно. Да, камера забрала. Спасибо вам, девчонки. Итак, какую песенку мы посвятим всем, вот перечисленным? «Алсу весна». «Алсу весна». Алсу, как хорошо ты поешь про весну вот этой зимой. Ну все, слушаем. Так, наш снова вкусный привет нашей программе. Как вас зовут? Меня зовут Юра. Так, Юра, что вы нам принесли? Начнем Юра. С этого. Так, вопрос уже серьезный. Так, Юра, кому будем передавать привет или кого будем поздравлять? Я хочу передать привет своей маме Татьяне Владимировне Шновой и сестре Маше. Так, ну и какую песенку мы им посвятим в качестве привета? Да я думаю, любую, самое главное, чтобы была музыка. Наталью Штурм, уличный художник. Да. Пойдет. Ну, хорошо, вы слушайте. Мы вам тоже привет передаем. Ну, а сами мы пошли уже отдыхать. Давайте. Уличный художник так легко написал портрет наш угольком. В черно-белом цвете набросал розовые губы, синие глаза. Понятен только нам одним и казался теплым и цветным. Нам одним казалось, но всегда бархатное небо, яркая звезда. Зима наступила, не знаю откуда столько терпения у этих детей, кошмар. Итак, уважаемые телезрители, мы все окончательно замерзли, заканчиваем программу сегодня и уходим на выходные, на субботу и воскресенье. Ну а вам желаем успехов и успешно, нет, вернее даже не успешно, а хорошо отдохнуть и провести субботу и воскресенье. И ждем вас в понедельник здесь на площади. Все, кому надо кого-то поздравить, кому-то передать привет, приходите. Мы ждем вас в 5 часов вечера. Пока!